Гимнастический ковер в спортивном комплексе «Мордовия» пустовал недолго. Буквально на днях в Саранске завершалось первенство спортивного общества «Юная гвардия» по художественной гимнастике. И вот ему на смену пришло первенство другого спортивного общества «Юность России». Если юногвардейцы впервые побывали в нашем городе, то с обществом «Юность России» у Мордовской школы гимнастики давняя дружба. Как говорят организаторы, для них саранский зал и местные зрители стали буквально родными. И многие воспитанницы Академии Ирина Винер являются членами именно этого спортивного общества. И сегодня поборются за место в сборной. Хотя задача эта нелегкая, ведь в эти дни в столице Мордовии соревнуются более 500 спортсменок из 27 регионов страны. В спорте, в спортивной жизни соперничество всегда есть, но «Юность России» очень сильное общество. У нас сейчас 3 гимнастки в сборной команде нашей страны. И поэтому мы конкурируем, мы растим лучшие кадры для сборной России. Одной из мордовских спортсменок, которая имеет хорошие шансы попасть в сборную спортивного общества «Юность России», является перворазрядница Полина Понятова. Недели ранее она попробовала свои силы на первенстве юной гвардии и завоевала серебряную медаль. Но для нее это было скорее тренировкой перед главными стартами. Репетировала очень долго, к сожалению, не все удалось. Но буду работать больше и чаще. Надеюсь, что все получится. «Юность России» очень сильное общество, много хороших девочек, хорошая конкуренция. Хочу отобраться на юные гимнасты, на первенство России и вот на такие крупные соревнования. Хорошо зарекомендовали себя перед строгими судьями и наши юные звездочки. Валерия Чудайкина, Аня Колмакова и Алиса Синицына на первенство юной гвардии тоже успели, как и Полина Понятова, постоять на пьедестале в своих возрастных группах. И сейчас покорили зрителей своими яркими выступлениями. Аня и Валерия уже выступают с обручем, а 6-летняя Алиса пока показывает программу только без предмета, хотя уже готова к новым задачам. Хочется уже какой-нибудь предмет скорее освоить. Какой ты считаешь, что у тебя лучше всего будет получаться? Обруч. А ты уже на тренировках тренируешься с ним? Попасть в сборную «Юности России» для гимнасток – дело непростое, но очень престижное. Конкуренция велика, но и возможности членства в этом обществе предоставляет немало. В первую очередь это участие в Кубке России, всероссийских соревнованиях, «Надежда России», «Возрождение» и других главных стартах сезона. Анастасия Мишкина, Андрей Просвиркин, программа «Наш спорт».